Рузаевские полицейские разыскивают двух неизвестных, которые ночью сняли с машины аккумуляторную батарею. Инцидент произошел около полуночи 17 августа во дворе дома по улице Юрасова. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на соседнем доме. На записи видно, как двое молодых людей, один из которых одет в белую футболку и шорты, другой в черную кофту и штаны, крутится около припаркованного ВАЗа 4-й модели. Парни открывают двери, заглядывают в салон в поисках добычи. Затем они вскрывают капот, снимают аккумулятор, после чего спешно покидают место преступления. Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении указанных граждан, просим сообщить по телефонам в Рузаевке 8 83 451 403 89 403 97 или 102. Большеберезняковская полиция тем временем продолжает искать тех, кто поможет в опознании скелетированного трупа мужчины. Его обнаружили 26 октября прошлого года в лесу в пойме реки Суры, примерно в 5 километрах от села Марьяновка Большеберезняковского района. Был одет в куртку черного цвета, вид застежки молнии, размер 46-48, свитер тоже черного цвета, его размер 46-48, шапка голубого цвета без подкладки и отворота с полосками белого и темно-синего цвета. При себе имел бритвенный станок фирмы «Жилет Фьюжн», две зажигалки черного и голубого цвета, ножницы, фрагмент газеты «Вестник здоровья». Эксперты установили, что череп скелетированного трупа принадлежал мужчине большой европеоидной расы, вероятно, биологический возраст от 35 до 50 лет. По черепу эксперты выполнили реконструкцию прижизненного облика мужчины. Если вы узнали этого человека, сообщите информацию по телефону в Больших Березняках 2-23-70, 2-13-74 или 102. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».